Всем привет! Давайте продолжим изучать возможности ZBrush. И вот начали мы делать топор, и загорелся я вот сделать, допустим, алмаз на ручку. Как мы будем его делать, сейчас я вам объясню. Давайте откроем наш цилиндр. Нажмем Edit, зайдем опять в инициализер, выставим, допустим, шесть граней. Вот так вот. Не знаю, хватит, не хватит. Если что, потом переделаем. Давайте уменьшим толщину нашего алмаза. Давайте теперь сделаем Make Polymesh. И зайдем в геометрии и сделаем ему DynaMesh. Получилось у нас 56 тысяч полигонов. Давайте теперь зайдем выровняем его. Давайте уменьшим граф сайз. Теперь давайте наладим нашу обрезку. Мы поставим клип курб, и теперь вот так вот можно будет резать. Чтобы резать, у нас 6 граней. Давайте поставим трансформацию. Активируем симметрию, радиалы и поставим. Так. По ось Z выставим. Так, что у нас выходит? Вот как раз у нас 6 радиалов нам хватает. Выставляем нашу модель. Давайте я поближе ее поставлю. Вот так. Выравниваем ее, и теперь давайте резать. Вот так вот обрезали, вот такое, гляньте, что получается. Опять выравниваем, и теперь давайте, так, маловато будет, выровняем, и вот отсюда теперь давайте попробуем срезочку ему сделать на вершину. Вот так. Уже она у нас с возвышенностью будет. И теперь давайте боковинку и обрежем. Вот такой алмаз у нас получился. Его можно подкорректировать будет. Каким образом? Сейчас подумаем и сделаем. Так, вот такой алмаз. Давайте поэкспериментируем немножко и поставим ему побольше радиалов. Ну, допустим, так, было у нас 6. Давайте поставим 10. Выровняем опять же. Повернем вот так вот, вот этим боком, и попробуем опять обрезать, что у нас получится. Вот уже у нас получается больше граней, красивее. Давайте вот так вот обрежем, и вот так вот еще сделаем резочку. Вот можно вот с таким центром сделать алмаз. Ну давайте сделаем стандартный. Так, уберем, выровняем опять, сделаем повыше срезку.
И чтобы вот этот бок больше можно было захватить. Вот так уже будет красивей. Так, выставим вот так. И вот такую срезку ему дадим. Вот. Вот теперь у нас алмаз красивее, грани лучше. За счет прибавления радиалов, запомните. Его можно поставить вот так кверху, еще вот тут если срезать. Вот так он будет выглядеть. Вот такой будет у нас алмаз. Давайте теперь сделаем еще кое-что. Поменяем ему цветность, посмотрим, как он будет выглядеть. Давайте теперь зайдем в материалы. Откроем вот эту вот сферу световую. Поставим его красным. И теперь давайте поэкспериментируем уже здесь. Заходим теперь в материалы, модифир жмем и посмотрим. Вот здесь затеняет ее, делает цвет. Что тут можно еще сделать? Вот такой у нас алмаз выходит. Давайте мы чуть-чуть дадим другой оттенок. Давайте пусть зеленый будет. И вот теперь еще по материалам посмотрим. Так, что тут можно прибавить? Цветность можно прибавить. Оттенок убрать. Вот так, это если мы его притемним. Это еще можно чуть-чуть. Вот такой алмаз у нас получился. Можно еще материал попробовать поэкспериментировать с материалом. Вот так он будет переливаться. Можно поставить вот этот. Или, допустим, вот так мы его поставим. И давайте еще попробуем поиграть с большим количеством оттенков. Вот такой у нас получился алмаз. Можно его поставить красным цветом. Все, всем пока. Вот такой у нас получился алмазик на наш топор. Вот мы его потом и установим. Все, всем до свидания.